Ну вот. Осталась только третья часть, а в третьей части мы только одно упражнение сделаем. Вот exercise 3. Видишь, у тебя такое есть, как у меня на картинке. Сейчас я только попробую открыть свою электронную доску. Сейчас у меня доска открывается. Repeat words. Да, это такая программа. Wonderful. Отлично. Откуда эта надпись? А это так получается у меня на электронной доске. Вот сейчас я еще здесь сделаю поудобнее. Ну вот так вот. Теперь я могу писать. Ребята будут видеть. Я только шрифт увеличу. И чуть-чуть move it away. Сдвину. Чуть-чуть сдвину. Вот так вот сдвину. А задание только мы сделаем. Да, только одну сделаем. Окей. Are you ready? Yes. Good.